Видеоролик создан специально для сайта fb.ru. Мужчины любят женщин, им нравится, как они одеваются, хотя и не признаются в этом, как они ведут себя, когда пытаются понравиться, или наоборот, когда даже разговаривать не хотят. Им нравится, как сверкают их глаза, или когда запах духов любимой остается на одежде. Но есть вещи, на которые женщина не обращает внимания, а парней наоборот, они могут оттолкнуть от избранницы, какой бы прекрасной она ни была. Повседневная неряшливость. Мужчины быстро замечают, если его любимая дома одевается неопрятно, забывая о своей истинной красоте. Старый халат или потертая мужская футболка, немытые волосы, завязанные в пучок, а также пятна на одежде от готовки явно не обрадуют любимого человека. Конечно, в домашней обстановке женщина хочет отдохнуть от постоянного макияжа и высоких каблуков, но и забывать не должна, что красоваться перед возлюбленным в одежде, которая словно пережила войну, тоже не стоит. Такой внешний вид может оттолкнуть мужчину, в каких бы близких отношениях с противоположным полом он не был. Нецензурная лексика. Любой парень не любит терпеть, если его избранница или просто знакомая будет использовать в своем разговоре много нецензурной лексики. Молодой человек, когда услышит в свой адрес много ругательств, то и избранницу наградит такими же словами, хотя мужчины часто могут прибегать к таким резким словам, но из уст своей любимой слышать не хотят. Для многих представителей сильной половины человечества девушка – это милое, утонченное и прекрасное создание, способное дарить любовь и ласку, а не друг, с которым он отдыхает по выходным в баре за кружкой пива. Вредные привычки. Курение и употребление алкоголя дамы для сильного пола являются самыми отвратительными привычками. Если женщина переборщила со спиртными напитками, и это видит ее возлюбленный, то от гнева и отвращения со стороны молодого человека ее не спасет ничего. Сильный пол также не признает, если их избранница будет курить. Хоть их самих часто можно встретить с сигаретой, но им не нравится целовать или обнимать девушку, если от нее пахнет дымом. У молодых людей понятие, если дама курит, то она не заботится о своем здоровье и в дальнейшем на детей не рассчитывает. Патологическая ревность. Прекрасный пол часто думает, что если мужчина состоит с ними в любовных отношениях, то общение с другими дамами для него должно быть под строгим запретом. Это может не распространяться только на маму, бабушку, сестру или тетю. Такая девушка ведет себя как собственница, считая, что вторгаться в личное пространство своего возлюбленного – это нормально. Проверять его телефон, почту и даже карманы. Когда девушка ведет себя так, молодой человек старается отгородиться от нее или совсем прекратить общение. Эти вещи для девушек мелочь, которую они даже не замечают в поведении, но для молодых людей они имеют весомое значение. Даже один пункт может оттолкнуть от возлюбленной надолго, а то и навсегда. А что отталкивает тебя в противоположном поле? Делись своим ответом в комментариях, подписывайся на канал и ставь лайк под этим видео. Видеоролик создан специально для сайта fb.ru.